Фуат, готовы ли вы взять в жены Айнуру и оплачивать ее походы по бутикам, по салонам красоты и возить ее 2 раза в год на море? Готов. Айнура, готовы ли вы взять в мужья Куата? Убирать, стирать, готовить, любить Инешку как свою маму и удалить Инстаграм? Нет, конечно! Давай сюда! Вообще! На! Айнура, готовы ли вы взять в мужья Куата и не делать ничего по дому? А что, так можно было, что ли? Да, я тоже зачеркну. Поздно!